Количество сердечно-сосудистых заболеваний за последние годы существенно выросло. Медики связывают это с увеличением продолжительности жизни людей. Просто сердце не выдерживает нагрузки и рассчитано на другой срок эксплуатации. Об этом говорили на медицинской конференции, которая прошла на днях в Одинцово. Активное сотрудничество идет, в частности, с Одинцовским районом, действительно, по разным направлениям и с точки зрения лечения, и с точки зрения отбора. Конечно, мы ориентируемся прежде всего на те возможности, которые есть у нас. Доктора в Одинцовском районе занимаются теми возможностями, которые есть у них. И, в общем, вот у нас такой получается симбиоз. Медицинское сообщество территориального округа в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями работает эффективно. Если пациенты тяжелые, то они направляются в сосудистые центры Московской области. Маршрутизация отлажена. На конференции выступили ведущие специалисты научного центра имени Бакулева. Они рассказали о последних достижениях современной медицины в области сердечно-сосудистой хирургии. Вовремя выполненная операция, она, с одной стороны, имеет гораздо меньший риск интероперационных, переоперационных осложнений и имеет гораздо лучшие результаты после операции. Потому что, конечно, цель и врача, и пациента в том, чтобы, перенеся такое тяжелое вмешательство, серьезное испытание, стать здоровым человеком, стать адаптированным человеком к жизни. На конференции присутствовали врачи и руководители лечебных учреждений территориального округа номер 10 Министерства здравоохранения Московской области. Для них это бесценный опыт и возможность напрямую обсудить с профессорами правильность выбранных методик в лечении пациентов. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».